молодые пловцы хорошо держатся на короткой воде. Так спортсмены называют бассейн длиной в 25 метров. Кстати, этот бассейн в Гранд-отель Поляне построила Академия Александра Попова. Организовали сборы фонд президентского центра Бориса Ельцина и благотворительный фонд «Победим вместе» при поддержке Академии Попова. Плавание, оно способствует не только психоэмоциональному развитию ребенка, оно способствует и физическому укреплению организма. Наше нынешнее мероприятие, которое мы совместно с ребятами проводим, даст им серьезный и хороший результат, толчок, так сказать, продвижения вперед. Давай, Варя! Пловцы, которые покажут лучшие результаты, впервые станут участниками международных детских игр на призы олимпийских чемпионов Кубок Александра Попова. Турнир пройдет в Казани в начале декабря. У наших детей появится возможность принимать участие в соревнованиях рядом, совместно, в одних и тех же соревнованиях с обычными спортсменами. Для нас это чрезвычайно важно. После мастер-класса состоялся круглый стол, где олимпийский чемпион с представителями Департамента физической культуры и спорта и социальных учреждений города обсудили тему инклюзивных спортивных проектов. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.